Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я, смотрите, сегодня с вам к вам вот с такими вот ниточками. Вы, в свою очередь, берете любые ниточки, какие у вас есть, потому что узорчики все универсальные. Итак, кто не вязал, смотрите, такой пряжи. Это называется Нака Махер Деликат. Смотрим дальше. Здесь получается 5% в составе махера, 10% шерсти и 85% премиального акрила. Дальше идем. Тут получается по метражу в 100 граммах находится 500 метров. И советует производитель, берите крючок номер 4. То есть вы берете свою пряжу, точно так же читаете аннотацию, что вам советуют, да, и подбираете крючок согласно вашей пряже, вашей плотности вязания. Я сегодня возьму троечку, так, потому что я данную пряжу вязала троечкой, в принципе, троечка меня устраивает. Ну что, свяжем. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Ну, давайте, допустим, наберем 8 раппортов, да, это получается 4 до 8, 32. И еще по 2 петельки с каждой стороны, чтобы узорчик ровно закончился. Я вам покажу, узорчик может быть неровным и ровным, и так и так будет красиво. Итак, я набираю 34 воздушные петельки, а вы набираете сколько вам удобно. Все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации. Есть. А теперь я буду набирать тридцать четыре воздушные петельки. Поехали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре. Вот мой будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Итак, мы должны будем провязать с вами всю нашу цепочку следующий получается петельку ныряем провязываем столбик с накидом и в следующую и во все последующие и сами себя контролируйте количество петелек в цепочке и столбиков которые вы провяжете должно быть одинаковым то есть если я набрала 34 воздушные петельки у меня должно получиться 34 столбика с накидом ну а у вас естественно если набрали больше или набрали меньше просто сами себя контролируйте вот эти первые вот первые три петельки подъема, это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, да? В конце ряда я вас опять встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. И теперь нам будет намного удобнее провязывать наш узорчик. Итак. Я покажу вам первый способ, как можно провязать данный узорчик. Для этого мы делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4 поворот и теперь смотрите внимательно делаем 2 накида так и шагаем в следующий столбик входим в верхушку столбика вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки стоп держим на крючке накид в следующий столбик точно так же ныряем второй столбик провязываем 2 петельки стоп держим на крючке третий столбик точно так же провязываем 2 петельки стоп и четвертый столбик точно так же. Провязываем 2 петельки, стоп. Теперь у нас, смотрите, получается, на крючке вот наши 4 столбика, да, 1, 2, 3, 4. Потом накид, так, и еще одна петелька, которая была на крючке. Так вот, наша с вами задача провязать первые 4 столбика. 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Стоп. Видите? Теперь у нас 3 петельки на крючке. И мы провязываем вначале 2 петельки, потом 2 петельки. Получается вот такая картина. Просто пока повторять. Дальше делаем накид. И теперь будьте внимательны. Смотрите, наша с вами задача вернуться по этим же петелькам, которые мы только что провязали, первого столбика, второго, третьего и четвертого. Получается, мы захватываем все эти петельки аккуратненько, самые верхние. Так, вот они у нас. И протягиваем ниточку. У нас опять три петельки на крючке. Провязываем 2 петельки, 2 петельки. Ну как столбик с накидом, да, только получается мы беремся за основание именно 4 верхних петель. Получается у нас первый столбик провязали, второй столбик провязали, опять точно так же нырнули в 4 петельки, вытянули ниточку, третий столбик с накидом провязали, точно так же накид и сделали еще раз и провязываем четвертый столбик с накидом. У нас получается вот такие вот песочные часики, да как бы вот такая вот продолжение такой вот полосочки. Видите? Вот. Дальше будет чуть полегче. Получается, смотрите. Опять делаем два накида. Вот мы закончили на первом, ну как бы на последнем, да, столбике. Берем следующий столбик от него, ныряем точно так же, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Второй столбик точно так же, стоп. Третий столбик точно так же, стоп. Четвертый Точно так же, стоп, 4 петельки провязываем. 4, оп, остаются 3 петельки на крючке. И как в столбике с накидом, провязываем 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? Накид. Возвращаемся к нашим 4 петелькам, которые у нас были самые верхние. В них вводим ниточку и провязываем столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Точно так же ныряем опять в верхушку этих столбиков. Третий столбик с накидом. И четвертый столбик с накидом. То есть у нас вот такие вот будут сразу же такой высокий-высокий ряд. Видите? Вот. У нас получается, ну, назовем песочные часики, да? С обратной стороны выглядит картина вот так вот. Вот. И таким образом вяжем до конца ряда опять два накида. В следующий столбик ныряем. То есть несложно по 4 столбика, да? Раз. Два. 3, 4. Провязали 4 столбика, потом 2 петельки, 2 петельки. Накид. Опять возвращаемся, опять захватываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И протягиваем ниточку и провязываем второй столбик с накидом. Тут у нас получается точно так же провязываем третий столбик с накидом. И точно так же четвертый столбик с накидом. Интересно, интересно, да, и не сложно. Вот, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу, покажу, как заканчиваем ряд. Угу. Давайте у вас получится. Угу. Как вам? Здорово, здорово. Смотрите, провязали практически до конца ряда. То есть у нас остался, получается, последний столбик, ну или три петельки подъема, да? Смотрите, делаем два накида, ныряем в третью петельку вытягиваем ниточку и провязываем столбик с двумя накидами. То есть в самом начале ряда мы провязывали вот имитацию столбика да, с двумя накидами. Это 4 воздушные петельки. Все, смотрите, дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в этот же столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. следующий столбик из четырех, видите, четыре как бы наших песочных часов. Тоже столбик без накида. Раз, два, три, 4. Есть. Следующие получаются наши часики, да? 4 столбика. Точно так же. 4 столбика без накида. 1, 2, 2, 3 и 4. И получается, мы должны будем провязать так весь ряд. Понятно? Не сложно? не сложно Все, сами себя контролируйте. 4, 4. Столбика 4, 4, 4, 4 и так далее до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически весь наш ряд, и у нас остаются последние вот эти 4 петельки подъема. Мы ныряем в самую верхнюю петельку аккуратненько и провязываем тоже столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, вы можете продолжать точно так же делать 4 петельки подъема. Раз, два, три, четыре, поворот и провязывайте точно так же, как мы с вами провязывали вот эти первые песочные часы. Да? То есть следующий столбик ныряем провязываем 2 петельки следующий 2 петельки следующий 2 петельки и 4 до да? 2 петельки то есть здесь очень просто ошибиться тяжело 4 петельки провязали 2 петельки 2 петельки и так далее ну, поняли да то есть у вас будет повторение вашего первого самого ряда 1 2 3 и 4. Так. И точно так же продолжаете дальше. Прям точь в точь, как мы провязывали первый ряд. То есть узорчика стоит из двух рядов. В первом ряду вы провязываете песочные часы, во втором вы возвращаетесь столбиками без накида. Понятно? Вот. И получается, вот здесь вот у вас будет краешек ровный. То есть вы можете сделать кромочные столбики, да, вы можете сделать, сделать 3 столбика, 4 столбика, у вас будет как бы широкая такая полосочка кромочная. А сейчас хочу вам показать, как можно сделать, чтобы у вас краешек был вот такой вот неровненький. Понятно? То есть вот этих вот столбиков у вас не будет. Давайте сейчас покажу. Итак, смотрите, я, получается, вернулась на свои вот эти четыре столбика, да, последний столбик, который у меня с двумя накидами, я его не провязываю, ну, как будто его у меня нет, видите? То есть, получается, у меня вот такие вот песочные часики с краешку. Как провязывать их? Смотрите, итак, делаем 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот, Потом провязываем вот эти наши три столбика. Раз, два, три. Первый, получается, мы сымитировали столбик. Мы провязали всего лишь три петельки подъема. Понятно, да? Итак, ныряем во второй столбик. Вытягиваем ниточку. Две петельки, стоп. Накид. Ныряем в третий столбик. Вытянули ниточку. Две петельки, стоп. И накид. Ныряем в последний столбик. Вот получается, видите, наши 4 столбика. Теперь их провязываем вместе. Оп. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. То есть провязываем вторую часть наших песочных часов. 1 2 3 Накид. И дальше провязываем точно так же, как мы вязали. То есть мы возвращаемся к нашим четырем петелькам. Так. Протягиваем через 4 петельки ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Есть. То есть первый столбик, второй столбик. Дальше у нас идет третий столбик. И Четвертый столбик. Понятно, да? И получается, вот так вот, если посмотреть, вот, видите, наши песочные часики то есть, краешек, у нас был такой ребристый, 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 ребристый. Понятно? То есть, вот столбика нету, вот первое ребро, вот второе ребро, и так далее. Когда вы повернетесь обратно и провяжете столбики без накида, то, естественно, краешек немножечко выровняется. Все. А дальше провязывайте точно так же, как и вязали. Вот, понятно. То есть, два накида опять. И вот так вот провязывайте, как мы вязали в самом первом ряду. Поняли, да? То есть вот вам два способа. Вы можете провязывать с ровным краешком, да? А можете провязывать с неровным краешком. То есть, смотря для какого изделия вам будет необходимо, попробуйте, обязательно попробуйте и такой способ, и такой способ. И здесь будет краешек неровный. Угу. Все. И что? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Схему я не прилагаю. Почему? Потому что у меня нет схемы. Я это увидела непосредственно на изделии. Я решила провязать каким образом? Провязать так вот песочные часики и обратно вернуться песочными часиками. Но оказывается, с другой стороны, смотрится немножко по-другому, когда вы провязываете. И поэтому я решила, что мои песочные часики будут смотреть все время в одну сторону. Поэтому я придумала, что обратно будет идти столбик без накида. И опять провязываю песочные часики все в одну сторону. Тут как бы закономерность такая, видно вот такую вот полосочку, которая идет сверху. Вот. Попробуйте из разной пряжи, обязательно получится что-то интересное. Давайте увеличим образец. Несколько рядочков. Вы в свою очередь пробуйте и с непосредственно столбиком, и без столбика. И встречаемся череница рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала, получается, несколько рядочков. С одной стороны я делала столбики, да, получается, с двумя накидами, с другой стороны я сделала, получается, неровный краешек. То есть это вот первый столбик, который мы с вами провязали вместе. А дальше я оставила вот такой вот неровный краешек, ну чтобы показать вам для сравнения, как это выглядит. Вот так вот это выглядит. Если у вас какой-то будет изделие, потом будет у вас обвязочка, да, и все, и красота. А здесь вы можете сделать 2, 3, 4, 5, 10 столбиков, да, чтобы у вас, так скажем, они кромочные были, смотря какое изделие. Вот такая красота. Получается вот так вот он тянется, узорчик. Вот так тянется, вот именно из данных ниточек. Но я считаю, что, смотрите, что эта сторона, например, у меня лицевая. Ну, просто посмотрите, да, видите? Как бы четко видно вот как бы полосочку вот такой вот. А с другой стороны такого не видно мне кажется. Зато здесь видно вот такие вот как бы, как цветочек расходятся, видите? То есть кому какая сторона понравится, тот такую сторону сделает лицевой. Вот такая вот, такая вот красота. Можете вязать одним цветом, можете двумя, тремя. То есть у вас каждые вот эти вот песочные часики или бабочки, как назвать их, да, они могут быть разного цвета, почему бы и нет. Вы можете сделать бабочки и цветочки одним цветом, так? А вот эти полосочки, получаются столбиков без накида другим цветом. Ну, для контраста, если захотите, смотря что у вас за изделие будет. Палантинчик, из летних ниточек это топик, маечка, да, кардиганчик. Возможно, это полиэфирный шнур. Возможно, да, то это может быть и сумочка, почему бы нет. Ну, с подкладом, конечно, да. Вот кофточки, кардиганчики, идей моря, в зависимости от ниточек. Ниточки берите, любые, из любых пробуйте. Если кто из вас вязал данным узорчиком и знает схемку, сбрасывайте в инстаграме. Я буду, конечно, очень рада. И я эту схемку потом ставлю либо здесь в сообществе, либо а, также в Телеграме в Инстаграме. Потому что схемки у меня нет. Вот. Вот такая красота без схемки. Ну, надеюсь, все понятно, да? И несложно. Как вам видео сегодняшнее понравилось? Надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Пишите комментарии. Угу. Комментарии жду. Естественно, пишите, если вы вязали, что вы вязали данным узорчиком. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Чата читают комментарии. Кому-то ваша идейка понравится. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненький. Тогда все уведомления о новинках будут приходить к вам. И делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте плюсик под видео. Так вы сохраните в свой плейлист видео. И можете смотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Напишите в комментариях, вам нравится больше ровный край или неровный. Угу. Встретимся в новых видео. Пока-пока.